удалось прям вот совсем закрывать сезон. Так уж получилось, да? Да, закрываю. Вот. Я выступаю... Юрий Боярчик. Да, я закрываю сезон и при этом выступаю третий раз за весь сезон на даже событиях. К сожалению, много где не получилось поучаствовать по объективным причинам. В частности, я вот за весну не сыграл ни разу ни в «Факеле», ни где-то еще. Поэтому я начну с двух, наверное, весенних песен. Мне еще весна. Программа такая лирическая будет. Сейчас. Мы с тобой были вместе, но как бы врозь. Пели смех, улыбались песнями, не всерьез, но пыль с лица смыл в три часа весенний танцующий дождь. И дождь смеялся, студя небом крыши. Он видел нас, но слов не услышал. И все спешили в подъезды и в ниши. Только мы не боялись воды. Делать нечего, в голосам влил новый звук. Выкинул стук, и скрипкой скрипенье затмил. А дождь смеялся, студя небом крыши. Он видел нас, но слов не услышал. И все спешили в подъезды и в ниши. Только мы не боялись воды. Ночь пришла и зажглась машинами, развлеклась, и любовь крепко души сшила нам, развлеклась, и до утра. В чашке двора мы стояли, обнявшись с тобой. Услышал, и все спешили в подъезды и в ниши, только мы не боялись воды. Танцевозная, но я был очень молодой, когда ее написал. Я и сейчас не очень старый. Надо была школа, не помню, класс 10 или 11. Вот. И песня называется «Иван».
Она написана по мотивам двух величайших произведений русской литературы. Я замиксовал «Мастера и Маргариту» с братьями Карамазовыми. Получилась такая вещь. Когда весной сойдет последний снег, в конце Ниссана месяца влюбленных, на патриаршие пруды приходит странный человек, одною мыслью утомленный. Она терзала целый год его сознание и душу. Что-то ждет. Он был здесь много лет назад и видел смерть, любовь и веру. Увы, тогда его глаза всему найти пытались меру. Он словно мастер сжег листки от лжеискусства, отстранился, прочел десятки древних книг, от атеизма исцелился, но мыслью все одно и томился. Какой? Не знал, пожалуй, сам. Другой давил в себе черты отца, искоренял фамилийные пороки. Любитель красного словца не видел в жизни много проку, и в 30 лет разбить об пол хотел почти что полный кубок, и ни о чем другом не думал, и ни о чем другом не мог мечтать. И он в тюремной полутьме безбожника свести смог с Богом, а сам вернул Христу билет: не перейду в твой дом порога. На патриаршие пруды и он спешил, когда в Москве был, здесь перепутав быль и небыль. Он забывался и любил, в самозабвении молился своей богине и вручал ей жизнь. Мы с ней познакомились в поезде, когда оба ехали туда. Она в первый раз, я в 20-й. При том, что мы до этого играли на одном из Даш концертов вот вместе, но ни она мое выступление не слышала, ни я, так получилось. Просто зашла какая-то девушка с гитарой, потом на следующий день мы там две ночи ехали, она стала развлекать попутчиков петь песни. Я
спрашивает, а ты случайно не на фестиваль к Поликарпу едешь? Да, а ты кто? Я Окс, я говорю, блин, я про тебя уже много лет слышу. Да, ты кто? А я вот Юра Боярченко, я про тебя тоже слышал пару раз. Вот, а потом, кстати, было у нас интересное такое с ней совместное выступление. Мы вдвоем, не вдвоем, было двое выступающих. Значит, я и она, мы сидели на берегу моря, по очереди пели по одной песне, у нас была единственная слушательница, это моя жена. Вот. Слушателей было меньше, чем выступающих, но так тоже бывает. Вот. Просто я почему все это вспомнил? Во-первых, вот было приятно услышать, что эта повестка в Лиманчик привела к написанию песни. Вот. И у меня есть тоже, ну не то чтобы прям про это место, но мотивы, безусловно, присутствуют. Мы с тобой пели на берегу моря вдвоем, да, спачили. Это Лиманчик, песня после того раза написалась, да? Ты первый раз приехала? А в этом году будет? Нет, там один раз было. А, ты один раз в том году. Время у нас уже заканчивается. Все, да, поэтому... да, да. Да, да, уже после. Хорошо. Thank you.
можно реверочек на голос, да? Волной звезды водить будут свой
хоровод над луной. Аргентинская ночь, до рассвета танцую воды. Ветку кораллов подари, дорогой, как цветы. Ночь напролет будут банджо с гитарой играть, бонги шуметь, кастаньеты задорно стучать. Я обниму утонченные плечи и стан. Боже, каким я спокойным и радостным стал. Это страна, это ночь, дом и ложе любви. Запах мечты, поскорее меня отрави. Аргентинская ночь, до рассвета танцую воды. Ветку кораллов подари, дорогой, как цветы. Ночь напролет, будут банджо с гитарой играть. Бонги шумит, кастаньеты задорно стучать. Встанет рассвет, встанет рассвет, и лизнет красоту берегов. Сгинут огни светлячков и колонн маяков. Чайки крича, как коня оседлают прибой. И проведем под тенистою пальмой с тобой. Быстро пройдет знойный день, и опять будет ночь. Схожа точь в точь. Снова банджо на причале затянет мотив. Берег пустой, как простынка накроет прилив. Аргентинская ночь, до рассвета танцую воды. Ветку кораллов подари, дорогой, как цветы. Ночь напролет будут банджо с гитарой играть. Шуметь, кастаньеты задорно стучать. Аргентинская ночь, до рассвета танцую воды. Ветку кораллов подари, дорогой, как цветы. Ночь напролет, будут банджо с гитарой играть. Бонги шуметь, кастаньеты задорно стучать. Может, еще в этом встретимся. Просто в этих стенах, да, только уже в сентябре. Все, вынимаю, да? Да, Юрий Боярченко. У нас еще, на самом деле, лето не то есть сезон не заканчивается, потому что вот будет 28-го сотворчества «Вместе действия», там будет в следующую пятницу поэтический вечер, там будет еще спектакль показываться. Вот, так что все объявления нашей даже группы ВКонтакте. Вот. Еще мы планируем проводить репетиции к сотворчеству. Если кто-то хочет там сыграть и хочет с кем-то репетировать, то это можно будет делать по понедельникам, наверное, со следующего. В общем, просьба как-то ВКонтакте, кто, если живет в интернете, как-то проявлять себя. Вот. Еще есть акция для людей в реабилитационном центре, для людей с ДЦП. Вот, так что как-то проявляйтесь, люди, не совсем уж, кто еще действует, функционируйте. Большое всем спасибо, сезон закончен, слава Богу, Христос воскрес, ура! Я что-то не писал там? Так, встань, что ли, у твоей этой стенки, что ли? Лёш, слушай, можешь тебя попросить? Ну, а у меня есть... Встань напротив. Напротив столбика вот этого встань. На сцене тогда. Не хочу я на сцене. А зачем? Ты стоп-кадры не делал? Не хочу никого из стоп-кадров. Вообще, когда снимал, стоп-кадры делал? Нет. Иначе бы... Значит, ты снимал 4 часа подряд? Тут 17 часов можно снимать. То, наверное, уже не будет видео. Можно, в принципе... Нет, зачем сцену? Если напротив динамик только.
просто раз будет плохо. Тут белая стена. Уважаемые посетители, у кого-то что-то, если осталось, Люда, можно в коробочку бросить, а у кого не осталось, просьба быстренько покидать помещение, кнопочку, нажми, пожалуйста, уйти вовремя. Попросить хотел. Все время как-то нарушаем.